Раз это сделала, кашечку сделала. Сейчас вот масло. Вот эту штучку мне моя сестра дарила. У нее тоже есть такая. Они продаются белые. Вот я думала купить. Нет, не хочу менять. Так как моя сестра мне подарила. Не меняю, девочки. Вот так. А теперь ложечкой. Девочки, это так вкусно. Я так это люблю, но не могу. Ну, можно одну, конечно, две. Я не говорю, что нет. Видите, она как брызгает, а? Видно, да? Она просто вот полосочкой вот так. А также можно из бутылки. И вот эту кашицу сейчас мы вот здесь все вот так соберем. И вот так. На каждый праздник я вот это делала. Как моя сестра это любила. Она говорила, сделала, сделала. Я ей делала банками, передавала. Я говорю, это же, а у меня так, говорит, не получается. И верю, девочки, потому что вот как у моей мамы соус получался, у меня он все равно такой вкусный не получается, как у меня. Вот так. Теперь сюда тоже чуть-чуть, потому что она же вообще без соли. Сюда тоже чуть-чуть соли. Ну, совсем чуть-чуть. Вот так. И теперь вот эту жижу. Ну, вот это пюре. Мы вот сюда добавляем. И его даем чуть-чуть полежать, да? Ну, отдохнуть. Что впиталось, и это все. Вот так. Вот так. И вот так мы его просто помешаем. И сейчас он будет такой. Не знаю, мне кажется, девчата, вот если что-то не очень вкусное, чеснок туда и все. И это получается прям на объедение. Я 4-5 банки делала, девчата, вот столько. Я его делала и в холодильник. Я же говорю, я раньше объеданием занималась. Смотрите, какой у него вид. Обычный, да? Вот так. Самое главное, это, девочки, оливковое масло хорошее, что должно быть. Которое вы любите. Вот густое, хорошее оливковое масло. Ну, вот эта банка мне гораздо дороже обошлась, чем Меркадония, девочки. Но Меркадония, она вкуснее, она нежнее. Вот это мы оставляем. Уже готово. Вот так, девочки. Мы это сделали. Теперь мы почистим картошечку. Нет, давайте сейчас вот это... Соль вроде бы добавила сюда, да? Или не добавила? Я уже не помню. Давайте добавлю чуть-чуть соли. На всякий случай. Вот так. Пускай вода вся выкипит. Теперь мы поставим еще рано, но все равно. Потихоньку пускай борщ греется. Так, его сейчас самое главное вытащить отсюда. Он уже замороженный. Ой, что я вчера не вытащила, не знаю, девочки. Вот так. Вот так. Вот так она сама. Угу. Вытащили. Крышка, где его?
там. Она очень медленный огонь. И чё-то я она сделалась. Самое главное, чтобы борщ не закипел. Так, это делается. Руки вообще не испачкала. Так. А, мое видео вышло. А ну, что вы мне тут пишете, мои сладкие? Так. Вот так. Давайте посмотрим. Вышел ли мой ролик? Вышел. 2 минуты вышел, уже 9 комментариев. Молодцы! Спасибо вам за вашу активность. Виктория пишет. Привет, Натусик. Кися, у тебя прелесть. Обожаю. Сердечко. И так сердечко, и поцелуйчик отправляю. Зять ухилят. Светлана, не знаю, не поняла. Так, Фарида пишет мне. Добрый день. День добрый, Наталья. Приветик, приветик. Приветик и сердечко. Моя лезгиночка, активная моя, мой собеседник, активная моя солнышко. Моя лезгинка, тебе и сердечко, и поцелочки. Зульфия, 8-й лайк, конечно, от меня. Обожаю тебя, Наталья. Огромное спасибо. Огромное спасибо и поцелочка. Вот так. Умав Ранс. Добрый день. Добрый поцелуйчик. Так. Нина Кёрн. Привет. Мой первый лайк. Огромное спасибо. И поцелуйчик, конечно, тоже. Саодатба. Доброе утро. Доброе. Доброе, моя хорошая. Вот так. И сердечко. Так. Девочки, этот ролик у меня, мне кажется, взлетел. Не знаю. Это-то. Пускай. 83 тысячи набрал. Очень даже хорошо. Дай бог. Вот так, девчата. Так, буду чистить этот весь кутурмут. Девочки, еду всю не сюда поставила. Что-то совсем что-то. Вот так. Так, сейчас вот это на сливочном масле мясо пожарю, девочки. Вот так. На сливочном масле мясо пожарю. Что еще сделаю, девочки? Бах! Короче, девчата, с голоду никто тут не умирает. Хороший кусочек сливочного масла. Так. Это масло у меня всегда идет на этот. Вот так. На обготовку. Туда чеснок, как моя дочка говорит, а тетя, ты опять испортила. Ну зачем столько вас? Она не любит, когда там лук, она не любит такое, знаете, когда там креветки, а так вкусно. Но она не любит. Ну раз не любит, не любит, девочки. Только вот мясо, чеснок поставлю, чтобы хоть какой-то вкус дал. Мясо и все, девчата. Так. Чеснок, сок помидорный, девочки, макароны и все. Вот так, сейчас картошечку почистить. Это сюда. Это в холодильник, наверное. Если что, может быть. Ну, она не испортится, завтра можно будет покушать. Но... 5 минут осталось для стиралки. Так, картошечку надо почистить. Представляете, я яйца пошла
яйца купила. Это вообще, имея столько куриных, ну, сейчас же они меняют этот. Вот так. Моя дочь вот это тоже очень хорошо ест. Так что, если вы любите, в духовке можно? Нет, девочки. А по-другому? Нет, девочки. Это именно должно быть вот этот рецепт, который я делала, да? Именно так. Если нет, он сухой. Это тортилья испаньола, да? Тортилья испанская, да? Вот. Его по-другому никак нельзя готовить, потому что это их рецепт. Это как я вот сейчас, не знаю, вот, например, котлеты по-киевски, да? А так можно? А так можно? Да можно как хотите, но тогда это уже не по-киевски будет, а по-вашему, понимаете? Картошки больше нету. Люблю, когда вот так покупаю по чуть-чуть. Раз, все. И все. И опять свежую купила. Вот этот ножик тоже какой-то кутур-мутур такой еще страшный. Его тоже вот сейчас почищу и выкину. Вот так потихоньку избавляюсь, девочки, от всего. Я вам серьезно говорю. И как мой муж сказал, Наталья, я клянусь, не думал, что ты так, вот не верил я, что ты вот так избавляться, вот так, ну так, ну, с этого. Я говорю, а что держать? Вот что это все держать? Этот, меня мои подружки все спрашивают, приехал твой зять, нет? Они тоже переживают. Какие они молодцы. Вы знаете, они вот этими вещами, да, мне доказывают, что я действительно для них что-то значу, понимаете? Что не просто вот ля-ля сополя. Вот, когда мне пишут, они такие взрослые, девчата. Мне все равно, сколько им лет. А зачем мне вот этим детским садом, а? У которых только вот в голове вообще ничего нету. Мне не нужно. Мне они никакие проблемы не дают. Наоборот. Что-нибудь скажу сразу. Сразу отзываются любую вещь. У моей одной подруги, девочки, есть такая штучка, которую дома депиляцию делают. Не знаю, правда, неправда. Она говорит, мне муж подарил там. Так, сейчас я чеснок туда. Здесь она рубленая уже. А, стал, блин, что упало? Что упало? Ай, такой красивый был у меня. Это мне... Подождите, сейчас я посмотрю. Поломался, девочки. Так, надо тихо огонь делать. Чеснок, если сгорит, все, весь вкус испортит. Ой, какой он был красивый, девочки, как жалко. Это же мне подписчица отправляла. Если не рифинг, мне кажется. А, Бенедоры. Блин, девочки, извиняюсь. Вот как так получилось? Он, наверное, внизу совсем был. Какой был красивый. Девочки, я не хотела, чтобы он ломался, да? Ну ладно. Что теперь? Вот так, сейчас. Моя дочка будет довольная. Макарошки для нее, мои сладенькие. Вот так. Знаете, вот когда заморожишь фарш, да? Вот если ты его сразу... Или его не отморозишь, если ты вот так его туда, он так потом плохо ломается, девочки, кусочками прям вот так. А я не люблю вот так кусочками. Вот так.
которые здесь есть, у меня открыто есть. Надо еще. Это мало. Надо еще. Так. Вот. Это тоже бульончик. Добавлю, девочки. О! Что это у меня сегодня все с рук падает? Кто-то спешит. Наверное, он спешит свою дочку увидеть. Они там договорились возле дома Мирейны. Ну, чтобы он в институт не пошел. А он и не знает, какой у него институт. А может быть, и знает. Вот так. Ой, как хорошо, что меня там не будет, когда они будут встречаться. Я там же расплачусь. Понимаете, я же такая эмоциональная. Увижу свою дочку такую. Знаете, не хочу. Я за мою дочку очень рада. Она хоть успокоится теперь. Какая она скрытная, девочки. Как она скрывает свои эмоции, не хочет. Понимаете, вот я же с ней разговариваю. Она ни в какую, девочки. Вот не за маму говорить она не хочет. Очень редко там, тот раз она мне что-то рассказывала, да. Вот, я так помню, говорит, вот это мы с мамой туда там ходили. Как я смеялась тудым-судым, короче. Вот это все, вот это она. Тот раз мне рассказывала, я так на нее смотрела. Говорит, она мне уже 10 раз это рассказывала. Все равно делаю вид, что как будто первый раз услышала. Вот так. Баночка хорошая, может потом пригодится, оставлю. У меня вот так всегда. Так, это полоснуть. Кто не видел мой тот ролик, ну я это же часто делаю. Девочки, заходите в мои плейлисты. Там немного кулинарных рецептов, потому что я же не повар, девчат, я же такая, как и вы, обычная, да? Это тоже выделаю. Так, это тоже помою, потому что с ним же чеснок чистила. Знаете, говорят, чеснок почистишь, вот так потом делаешь, и руки у тебя чесноком не пахнут. Так. Это вроде бы все. Вот, теперь мы туда. Вот так, мелко. Сейчас. Туда макарошки. Так, сейчас. Пасту. Эту. Здесь совсем чуть-чуть. Ну, давайте налью то, что есть. Я открою новую. Вот так. Самое главное, готовим душой, девчата. Самое главное, готовим любовью. Что бы ты там ни готовила, да? Никого сегодняшний день ничем ты не удивляешь. Все уже сыты, у всех все есть, девочки. Все себе все могут позволить сегодняшний день. Это вранье, что там позволить себе не можешь. Нету таких продуктов, которые... Ну, конечно, там, если ты там не выбираешь, там, я не знаю, тигра или леопарда на обед, остальное все можно себе позволить. Угу. Вот так. Вот так. Вот так. Чуть-чуть сахарку, ну совсем чуть-чуть. А куда я опять столько? У меня муж... столько я сахара насыпала. Ладно. Короче, что получится, то получится. Невкусно не бывает. Невкусно такое не может быть. Вот так. Мне девчонки там говорят, а что вы себе фильтр не купите, и счастья вам не будет там, фильтрованную воду, зачем вы воду покупаете? Девочки,
для готовки, для всего. А там, у меня вон там она есть. Там же только вот этот, столько там, да, заходит. И ты не можешь, девочки, да, постоянно наберешь, пока она отфильтрует, пока это все. Вот этот хочу. Сейчас, подождите, девочки, за макаронами надо туда пойти. Сейчас, подождите. Я сам, говорит, вывешиваю. Я говорю, давай, сейчас как пополню, но все равно там так. Вот такие, на такие макароны я купила, девочки. Тоже в Меркадоне. Сейчас я их так раз. Туда. A ver, échame agua aquí. Вот так, девочки. Сейчас водички, потом попробую на соль все. Окей. Это я. Вот сейчас он закипит, девочки. И готово. Тихий огонь. И пускай варится. Так, это мы зацепим прищепкой. У меня есть здесь эти штучки. А что я? Давайте. Есть у меня. Есть любого размера, девочки. Все у меня есть. Даже мозги, девочки. Хоть я говорю, я безмозглая. Нет, девочки, еще как мозглая. И даже в меру симпатичная. Так, ножик взяла. Сейчас мы вот это... Знаете, девчата, когда я вот так резала дома, да? Меня мама так ругала, мне мама говорила, так не режут, на доски надо. Как она не любила. Смотрите, мою кисюню. Ай, куда она залезла? Кисюнь! Моя страстная! Моя красавица! Ты что так, а? Потом я... Почему я кружочками, а потом ломаю? Ну, вот привыкла, да, вот так делать. Мне вот так нравится. Вот когда мы раньше готовили вот любую вещь с картошки, мой сынок приходил, маленький, годика не было. Вот он тоже так делает. Вот видно, что ты все-таки Адама картошку просил. Девочки, мы вот так ему давали, он сырую картошку ел. Я так удивлялась, а потом перестал. Он ел, ел ее, прям вот как будто хлеб. Хрт, хрт, хрт. Я так удивлялась. Ну, значит, у него крахмала не хватало. Организм же сам же все знает, девочки. Он же... Ай. Сам знает, сколько ему спать, сколько нет. Если мы его прислушивались бы, девочки. Вот только рот твой подводит. Потому что рот только начинает тебя обманывать. Съешь это, съешь то. Ну, по крайней мере, мой. Ну, а сейчас и это можно, все можно в этой жизни контролировать, девочки, я вам серьезно говорю. Можно над собой такой контроль, да, вот вести. Есть же там один, который вот, который хочет всю жизнь прожить. Какой смысл всю жизнь? Долго прожить. Ай, ты не ешь картошку, я тебе вчера давала, ты что сделала? А? Что ты сделала с картошечкой? Оставила тебе, просто запах нравится, моя сладкая. Вон у тебя там еда есть. Меня и так все ругают из-за тебя. Говорят, распустила тебя. Заразу такую. Вот так мне говорят. Как тебе это, а? Из-за тебя меня ругают. Опять здесь. Я же говорю, мой муж, когда заходит, девочки, он не смотрит на двери. А сейчас, если придет Андрей. Летом, когда Андрей приходил, да, это вообще, девчата, это был караул. Дверь открытую оставит. И Андрей, дверь закрой. Андрей, дверь закрой. Вот так постоянно, девочки, 150 раз надо было говорить. Мне было так неудобно. Что я хотела? Ложку. Мне было так неудобно. Девочки, заметили, какую губнушку намазала? Матовую, как вы мне посоветовали. Матовую, без блеска. Так. Сейчас попробуем на соль.
кипит. Кипит, кипит. Ну, соли здесь нету 100%. Так. Она закипела, вот где жира нет. Нету. Вот и все. Пускай готовится. Так, теперь знаете что? Пирог, где я сделаю этот? Сейчас макароны сразу уберу. Надо все сразу. Если нет, девочки, это все кутурмутру потом будет. Здесь все это мне. Понимаете? У нас вот так. Вот так. Так, теперь сейчас я... Мне вот так, это надо чуть-чуть тихо делать, чтобы она спокойно готовится. О, горячая. Это мне надо, это сюда, а это туда, вот и все. Проблема решена. Это сюда. Это слишком горячее, обжечься можно. А это сюда. А тебя сюда. Вот и все. Ай, я же говорю, даже ума у меня хватает. На все у меня есть, девочки. И ум есть. И красавица. Ну вообще, девчата, я же говорю, иногда вот так бывает, девочки. Иногда кому-то вообще ни хрена, а кому-то до хрена. Как это понимать? Не знаю. Ну вот так, вот несправедливо, да? Я понимаю. Все течет, девочки. Ай. И вот так целый день я готовлю, и вот так все время вытираю. Вот так. Вот так. И вот так. Сейчас сюда масло побольше. Ну, чтобы оно там не тонуло, конечно, девочки. Но чтобы она там на сухую тоже ее нельзя. Поняли, да? Вот так надо. Но если вы хотите по моему рецепту делать, это вот так. Ни соли, ничего. Сейчас она раз, и мы туда картошечку. Понимаете? Вот так. Ой, учитесь у этой умной женщины, которая как я. Умнейшая. Потом я вам расскажу. Ой, сейчас придет, начнет девочки мозг делать моей дочке. Рассказывать всякую глупость. 100 раз говорила, не говори. Не говори о такой. И так у ребенка такой стресс. Матери нету, ты уехал. Сейчас придет, начнет свои вот эти. А, это на, они должны... Почему она должна знать об этом? Че? Не знать нельзя, да? Сейчас будет рассказывать свои героизмы. Мне интересуются свои девушки. Или как? И надолго, или как? Или просто приехал? Не знаю, девочки, ничего не могу сказать. Абсолютно ничего. Вот здесь муха эта гуляет. Я тебя все равно прибью. Ну вот спрашивается, жить не хочется? Нет, не хочется. Вот так. Я же сказала, я же предупреждала. Если бы не предупредила бы, было бы другой разговор. Я предупредила. Так. Туда картошечку. Вот так. Она будет сейчас вот так. Потом мы ее просто поломаем. Ну вот так, как, чуть-чуть вот полу как-то вот. Ну сейчас я вам покажу. Девочки, я уже показывала. Миллион раз этот рецепт я делала, девчата, да? И вот не знаю, иногда же так получается, да, что вот сделаешь, раз так попер. Но это же не от тебя зависит, это же от Ютуба. Ютуб сам, то, что хочет, стреляет, то, что хочет, не стреляет. Имеется в виду, ну, раздает твои ролики. Иногда раздает, иногда не раздает. У меня такие есть хорошие ролики. Шикарные, да? Вот одни очень много просмотров, другие ни хрена нет просмотров. От чего это зависит? Не знаю, девочки. Это просто вот везет или не везет. Как-то вот так, девчата.
Вот так. На вот столько картошки, сколько яиц. Вот так. Ну, наверное, 4-3. Вот так. Потом я там, у меня бабушка этот рецепт делала. Кто вам говорит, что нет? Да, конечно. Кто вам говорит, что это прям... Смотрите, какие большие. Я тот день купила тоже. Наверное, 4 яиц поставлю. Хватит. Они крупные. Тот день купила, девочки, да? Ломаю яички. Но яйцо ломаю. Девчата, это же вообще... Даже вот, знаете, вот... Не знаю, как вам сказать... Шкарлупа такая тонкая. Я тут луком делала. Очень вкусно, да, с луком. Я не удержала кусочек. Это нельзя. Это если вы... Потому что, ну, представьте себе, картошка жареная, яйцо жареное. Это вообще все такое жареное. Да, но я не удержалась, кусочек попробовала. Я эту неделю и вафлю, и кусочек этого, и то. Короче, я на этой неделе, как хорошо, что я не поправилась. Только за это я уже радуюсь, да? А потом говорю, у меня весь стоит. Вот, может быть, так и надо, да? Потому что, знаете, мне одна девушка сказала, чтобы он у тебя вот чуть-чуть так, да, вот чуть-чуть поешь. Си. Чуть-чуть поешь, потом обратно. Вот, упал. Вот когда вот это падает, да, вот лучше всего вот со своей, вот этой штучкой брать. Лучше нету. Начинаешь вилкой, хирилкой, короче, ни хера, девочки. Вот эту свою, этот отпускаешь, ну вот какая она тонкая, понимаете? А мои надо ломать хорошенько дать. А тут нет. А вот так сделала уже все. Ну вот что значит купленные. Поняли, да? Вот так. Теперь посолим, поперчим. В тот день я так наперчила, девочки, это хороший, видать, перец крепкий, так что надо по чуть-чуть поменьше. А знаете, картошка же любит перец черный. Вот так. Так, здесь слишком много, мне кажется, огня. Вот так, и тут много огня. Ага, Ксения, это ты оказывается. А я так увидела, ну, не рядом, так и сильно, всем притарит. Нет, она на второй лезет, да? Вот, не знаю, сегодня она на первую полезла. Так, сейчас мы его вот так посолим. Первую. Ты на срез? Кентрай. Так, стиралку включила, девочки, не хотела перед вами там, ну, поняли, да? Сейчас вот это вот так. Моя дочка сейчас придет. Не знаю, не мало ли это яиц. Давайте еще одно. На всякий. На всякий пожарный, знаете. Картошку помешала тоже. Как моя дочка за Мирею переживает. Сзади колесо машины. И она такая, ты тоже едешь? Я говорю, ну да. Она такая, зачем ты едешь? А Мирея? Я говорю, тебя она важнее, чем я. Нет, я сказала, что-то за Адама. Она такая, Адам, а Мирея куда сядет? Мы Мирею забираем. Я говорю, да. Она такая, ну все это я не хочу. Ее, ну, короче, обижать, да, ей так сейчас тяжело. Девочки, у Мирея такая тоже проблема большая, девчата. Мне ее так жалко сегодня, я смотрю, она такая стоит, глаза красные. Когда она говорит, она ночью очень много плакала. Вот у нее вот это, ну, переходной возраст, да. У моей дочки уже, слава богу, уже лучше проходит, девочки, а у Миреи начинается.
Не знаю, у нас такого не было, девочки. Или я не помню, или я не знаю. Какие-то сейчас дети пошли пластмассовые. Потому что трудности не видели никакой. И вот начинают вот эти херни всякие, да? На улицу больше надо выходить, гулять надо. Говорю я ей, выходите, гуляйте. Я же вас, когда ты скажешь, не спускаю. Учебники бери, читай что-то. Ой, девчата, да, вот эти дети, ой. Я ей говорю, не так уж и все потеряно, у нее хорошая своя комната есть. Как бы, чтобы не было, бабушка ее любит. Но бабушка тоже такая странная девочка, вы знаете, да? Сейчас дочки нету, она на нее, видать, чуть-чуть так, ну, напрягает Мирею, да, там. Дядька там этот, какого хера, старый ты пердун? У тебя девушка есть, снимай квартиру, иди жить на квартиру. Нет, будет там до срачки. Скоро ухожу и никак не уйдет. Потом говорит, я развелся там. Мол, короче, красавчик, просто так никакая женщина не бросает своего мужа, имея еще детей. Я в этом убеждена, девочки. Знаете, такой какой-то вот знаете, когда мне муж говорит что-то, да, мне к нему всегда нужно прислушиваться, потому что, девочки, он бывает прав. Он мне сразу сказал, ой, не нравится мне этот мужчина, такой он. Ну, жестокий видно. А он мне улыбался там. Это я подумала, да нет, Эстева, ну нормальный. Потом, когда я услышала, как он разговаривает со своей племянницей, да? Еще как жестокий, девочки, еще как. Вот и все, девочки, чуть-чуть помяла. И сразу картошка быстрее сделала, сготовилась. А теперь мы эту картошку... Сейчас у меня тут другая доска, это доска для резки. А это так, знаете... Животным режу там что-то, да, вот на этой доске. Опять что ли муха? Как они мне надоели, эти мухи. Не могу через это перешагивать и все. Вот так. Сейчас. Это девочки так просто вот так взяла, вот так этой, да, и пополамала чуть-чуть. Вы ломайте, хотите кружочком оставляйте. Как вы считаете нужно? Вот это масло должно оттечь чуть-чуть. Вот так. Не бойтесь, не свернется, ничего не будет, девочки. Абсолютно. Все будет как надо, как полагается. Потому что это не первый раз делаю, девочки. Они постоянно, испанцы, это готовят. Это для них, ну, их нетрадиционное, да. Начинает капать уже сюда. И вот так вот эту всю картошку сюда я у нас в Дагестане делала. О, девочки, всем понравилось, всем. Вы говорите, это то же самое, вчерашнюю картошку. Ой, как люди любят спорить, девчата. Не то же самое. Вчерашнюю картошку яйцами просто сверху, и получается то же самое. Ну да, ну конечно. Даже голубцы из таких, да, вот, как вы говорите, там с томатом, там это уже не то же самое. Это уже другие голубцы, это уже не как моя мама делает. Вот мне нравится с прозрачным этим, да. Мне нравится, да. Столько претензий за мои голубцы было. Что там? Я эти листья приготовила. Вот, девочки, знаете, здесь надо все по шагам показывать. Если нет, они, вы что, как можно вот взять, просто листья сварить и прям туда заворачивать? Да нет, конечно, я же их приготовила, эти листья. Вырезала вот это. Сейчас вот тут увидела. Я же вам сказала, у меня глаз алмаз. Я уже увидела муху. Так, теперь сковородочку. Вот такую берем. Вот она. Сейчас боюсь, еще не дай бог. Сюда она упадет. Сейчас берем вот такую сковородку. Обычную, да? Вот, обычную, девочки. И просто ставим сюда и греем. Хорошенько пускай нагреется. Так, макароны уже выключаю. Вот это масло чуть-чуть, ну совсем чуть-чуть, девочки, одну столовую ложку. Вот так. Куда я вилку? Сюда. Теперь вот это все вот так мешаем, девочки.
Ну, просто вот так. А, можно было не добавлять яйцо, много получилось. Ну, ладно. Вот так. Ничего страшного, девочки. Можно было и просто больше картошки. Вот так, девочки. Вот так и сделали. Соль там есть, перец там есть, все там есть. Теперь что мы делаем? Мы вас переселяем. Я вас переселяю, девочки. Вот сюда. Ну, чтобы вы видели, да, мой шедевр, девчата. Вы что, мне же надо похвастаться. Это же мне обязательно надо. Так, сейчас я вот эту кастрюлю уберу, чтобы она не брызгнула. Макароны уберу, отделю вот сюда. Вот так. Вот так. И чтобы, девочки, мне было удобно, это сюда, это выключу, это сюда. Чтобы было мне удобно, вот, масло налили, вот так чуть-чуть сделали, девочки, это масло убираем, выливаю я обратно, потому что здесь абсолютно не нужна она уже. И так там есть масло, все есть, девочки. Вот так. Видите, она уже без масла. Что мы делаем, девчата? Вот это все. Знаете, смотрите, можно вот так чуть-чуть налила. Вот так, например, да? И вот сюда сыр. Да, потом вторую часть налила. Так тоже делают, если. Можно и шпинат, и что вы хотите, посередке, да? Тунец, девочки, да? Ну, так как мои любят только традиционно. Я не могу такие вещи делать своим. Почему? Потому что они кушают, девочки. Потому что начинают потом звездеть. А в какое-нибудь кафе пойдут, девчата, какую-нибудь херню увидят. Если они начинают это кушать, знаете, как меня это бесит? Вот так. Теперь мы... Я специально вот эту лопаточку взяла. Я ее люблю. Вот так. И ждем, девочки. Что здесь ждать? 5-10... Ну, 5-10 минут. 3 минуточки, наверное. Огонь чуть-чуть убавляем, потому что... Ну, яйцо пока... Картошка уже готова. Яйцо этот... Картошка готова. Что там? Понимаете, девчата? Вот, и готовим такую плоскую эту, да, ну, вот такую, да, тарелочку готовим, чтобы его просто перевернуть. Вот так, ждем чуть-чуть. Ну, чтобы он не сгорел, конечно. Ой, а это же слишком на борщ. Огонь. Так, оно, да, он уже горячий. Хотела бы, чтобы моя дочка... Чуть-чуть борща поела, а потом макароны. Ну, не знаю, посмотрим. Думаю, что это хватает. Так. Вот так. И просто... Сейчас, подождите, я вам покажу. Вот над этой... Покажу над умывальником. Чтобы... Ну, мало ли что. Всегда так делаю. Хотя, помолчала, все хорошо. Бисмилля рахман рахим. Вот так переворачиваем. Вот видите, да, он как пирог, да? И теперь мы его потихонечку обратно сюда сплавляем. Вот так. Вот мы его сплавили, девочки, и мы его просто поправляем. Понимаете, вот так. Раз, 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 раз. И на огонь, девочки. Так, подождите, вот это уберу, чтобы это все не сгорело. И вот так. И мы его просто вот так поправляем, девчата. Ничего здесь сложного нету. Америку не открыла. Это можно сделать с вчерашней картошкой? Можно. Это можно просто так в духовке? Можно. Это можно... Вы делаете, как вы считаете нужно. Самое главное, не оставляйте ваших любимых без еды. Вот так. Сейчас вот это сделаю, девочки, и вот это все я уберу. Я не могу так, у меня аж, знаете, все внутри. Видите, она вот прям тут. А, что вы видите, видно? Ничего, лаг не видно. Вот так. Он прям вот тут. Вот так плавает. Видите, он так шевелится. Вот так, вот так. Чуть-чуть можно уже газу добавить.
чтобы он поджарился внутри. Я люблю, когда он чуть-чуть, тут внутри чуть-чуть жидкостью, а наш так себе к этому относится. Вот так, сейчас это еще раз переверну, чтобы посмотреть. Ну, чтобы самое главное не сгорело, девочки. Ну, что он там, конечно, гореть не будет. Вот так. Теперь мы его вот так. Еще здесь чуть-чуть. Ну, такая я молодец, девочки. Ну, похвалите меня, пожалуйста, похвалите. Вы же знаете, что я люблю только похвалы. Сейчас еще 3 минуты оставлю, чтобы самое главное, чтобы он сделался. И все, девочки. И вытащу. Ну вот и все. Так, другую возьму тарелочку, обычную, знаете, вот такую, чтобы она там, вот так, вот так, и вот так. Вот такая тортилья испаньола, девчата. Ничего здесь сложного нету, но она такая вкусная, девчата. Ну, яйцо, девочки, картошка, яйцо. Как она будет невкусная? Так, что я сделаю? Как она будет невкусная? Макароны, девочки, вот. Сейчас я вам покажу. Вот так. Ай, да, такая молодец. О, макароны уже готовые. Вот этот бардак весь уберу, девочки. Вот этот бардак весь уберу. Сейчас быстренько пол тоже здесь помою. И накрою стол, девочки. Все успела, девочки. Все успела. О, подождите, девочки, не могу снимать больше, потому что, видать, мой зять приехал. На другой машине они приехали, не хочу его снимать. Девочки, мне показалось, что он вырос. Мне показалось, что он даже вырос, девчата. Такой здоровый, такой кабан, как кабанчик такой, знаете. Кайтаночка, солнышко, иди сюда, скажу тебе кое-что. Что будешь кушать, смотри. Esto no te interesa? Ай! Кисюня взяла, да? Кисюня взяла? Кисюнечку взяла? Андрей, ты видел нашу кошку? Покажи. Ай! Это мои девочки? Ой, сейчас подожди, девочки, покажу. Девочки, подарки принес. После того, вот такие вещи ему говорил, а он мне еще подарки принес. Я же продажная девочка. А, это мне, это не Кайтане, это мне. Девочки, перла называется, если что, духи. Я думала, это мои Кайтаночки. И халат, девочки. Как раз. С капюшоном еще. Спасибо, Андрей. Спасибо большое. Ох, девчат. Теперь все. Теперь как королевская барыня, девчат. Как вам? Андрей, угадал. Угадал. Размером всеми делами. Ты не заметил, что я похудела чуть-чуть? Смотри, смотри, как он заходит тебе в этот. Ты на сколько, Андрей? Навсегда уже? Тут останешься или как? Если не будет, то хорошо. Ага. Ну понятно. Какая-то? Ну, на фаворию. Сыра. Так. Итак, сака о кому? На том, да, это даже тебе на сельба. Хорошо, да. Ай, надо.
Ну, поговори, но. Спасибо большое. Все, да, больше ничего нету, да, мне? Девочки, еще подарки, подождите, вы что? Вы что? Это Светлана передала, это его двоюродная, это его... Она твоя двоюродная сестра, да? А это двоюродная его сестра. Светлана, большое спасибо, дорогая. Чай, ой, как раз. О, делюксе еще главное, девчата, вот такой чай. Кабуса да кабуса, спасибо. Даже запах чая и девочки, как раз то, что я люблю. Шоколадку. То, что я люблю. И все. И пакетик красивый такой. Какой красивый пакет, девочки. Умеют наши делать. Вот здесь я в Испании никогда не видела таких пакетов. Спасибо. Так, девчата, давайте буду стол накрывать, да? Угощать буду, стол накрывать. Хорошо, что приготовила. Я же не знала, что. Я думала, ну, под вопросом было, придет, не придет. Да, если бы я точно бы знала, что он придет, я бы сделала баклажан. Он же любит баклажаны. Ну, ладно. Так что как-то вот так, девчата. Сейчас стол накрою, накормлю всех. Чем могу. Чем богато, тем и рады. Я вас люблю, я вас целую. Ну вот и все, приехал, девчата. Девочка, мне показалось, что он вырос. Катя, она говорит, нет, ну мне показалось, что он такой здоровый какой-то стал. Ну поправился, ну видно, да, что у родителей был, да? Как-то вот так. Девчата, давайте я вам вот это отрежу, покажу, как внутри. Все равно придется резать. Вот, смотрите. Ай, плохо порезала. Так, вот этот, маленький такой порезала. Смотрите, как вот так внутри. Очень вкусно, девочки. Так, я все порежу. Сейчас хлеб тоже вытащу. Соленье вытащу, девочки. И накройте стол. Давайте я, короче, сейчас накрою и вам покажу. Похвастаюсь, девчата. А что? Показывать не хочу, но хочу показать стол. Так, девочки, смотрите. Тортилья сделала. Суп, из того не будет макарон, то но другого-то макарон, не потому что я его не люблю, ему не вытащила, он просто не любит макароны, девочки. Вот это я приготовила, соленье, борщ, и, девчата, и буду сейчас открывать Калифорния. Так что, если вы придете ко мне в гости, я вас встречу лучше, конечно. О, сметана. А, так, короче, вот так, девчата, приходите ко мне в гости, я вас встречу лучше. Этот, сейчас мой зять приехал, он шашлык любит делать, он сделает шашлык. Но что он делает, Кайтана? Ничего. Что он у тебя было? Это все подарки Кайтаночки. Адамчику тоже духи принес. Привез одеколон и денежку. И Эстевану тоже подарил там одеколон и денежки. Но больше всех денежек подарил Кайтане. Кайтана сказала, что она очень богатая девочка. Так что шашлык обеспечен. На его чемодан, девчата. Вы такой здоровый чемодан видели когда-то? Я нет. Ладно, девчат, все. Я вас люблю. Сядем спокойно, покушаем. Давайте, пока. Спасибо вам всем. Всем спасибо, девчата. Пока.